всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня мы монтируем теплицу. Капля 6×6. Это будет своеобразный хоть домик для бассейна. У нас идет строительство парка. Там арку собираем. Параллельно все делаем. Каркас у нас практически готов. Мы его выставили, закрепили. Сейчас еще пара прогонов. Будем врезать форточку. Торец глухой. И начнем крыть теплицу. Теплицу мы покрыли. Классный цвет. Бронза. Да, покроем дверь форточку и в принципе все будет готово. Закончили мы строить домик для бассейна. Домик у нас каплевидной формы, на базе теплица капля, шириной 6 метров, длиной 6 метров. Запечатано все поликарбонатом бронзовым, 4 миллиметра, торцы все в профилях. Дверь нового образца. Вот и виновник. Каркас из трубы 20×40. Покрашено примерно порошковым способом. Цвет шоколад. В торце имеется форточка. Стоит на деревянном основании. Также есть диагональный усилитель, две штуки, вот так, для подстраховки. Теплица, по привычке все-таки от теплицы. Надежная очень, просторная, ни снег, ни дождь, ни ветер, ни почем. На этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.